Всем привет, дорогие друзья, с вами я, тут мы продолжаем играть в Watch Dogs 2, и сейчас начинаем миссию, которая начинается вот здесь, Крысиная Академия, за нами приехала полиция, убегаем и начинаем операцию, посмотрим, как оно пойдет. Вас крысы замучили? Было такое. Я сначала думала, что они мутят какую-то арт-инсталляцию, но, похоже, все серьезней. Интересно, они все еще там? Были там пару минут назад. Их легко найти. Смотри на уши. Спасибо, учту. Я ведь теперь одна из вас. Что мне за это полагается? Какой ник? Печенюшка. Что, правда? Нет, камшот. Так, стоп, серьезно? Да не, на самом деле просто печенюшка. Долгая история, не спрашивай. Отлично. Давайте посмотрим, что там про печенюшки. Так, взломайте профили людей в крысиных масках. 3 штучки. Ну, давайте попробуем. Так, первый где-то находится вот здесь вот у нас. Давайте найдем и взломаем. Ага, хрен вам называется. Давайте коптер поднимем. Ух ты, потери сигнала. Так, 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 так. Все не так шоколадно, как хотелось бы. Камер здесь никаких нет? Камер здесь никаких нет. Это плохо. А ниже, если опуститься? Тык, 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 тык. Не, я не понял, а как мы взломать-то можем? Так, ну вот я нажимаю. И ничего не происходит. Класс. Так, сбой какой-то. Окей. Давайте пойдем тогда пешкадралом. Так, еще раз пробуем коптер. В общем, очень странно. Вот, кстати, камера есть. Давайте попробуем на камеру пересесть. Может быть, через камеру получится? Очень странно, но почему-то не работает. Может быть, у меня что-то с мышкой? Забавно. Так, найдена новая песня, здесь полиция к тому же. В общем, полный фарш, как говорится, да? Есть у нас здесь местечко под нашего друга двухколесного. Можно попробовать прорваться сюда. Можно охранника забрать в полицию. Давайте попробуем так сделать. Ух ты, как патруль быстро прибежал, смотрите-ка. Давайте, давайте, забирайте его отсюда нафиг. Так, ну все, этого кекса забрали. Давайте вызовем нашего джампера.
Так, и теперь нам нужно как-то подняться. Либо мы можем вот эту штуку задействовать как вариант. Давайте попробуем задействовать. Ух ты! Просто забор надо было снести и все. Класс. Представляю ее лицо. Так, ну давайте вот сюда забираемся. Ага, крыса. Ну и чего? Народ, к нам пожаловали! Так, что с ним делать-то? Взломать профиль. А зашибись, как мы его взламывать будем, я не понимаю. Мы взломали? Да, вот это называется взломать профиль. Представляете? Это же жесть. Ладно, давайте дальше. Сваливаем отсюда. Здесь, кстати, есть какая-то штука. Вот так вот. Да. Давайте-ка мы машину назад вызовем. Здесь хакеров не любят. Уходи. Нет. Готово. Давайте сюда. Думаешь, тебе все должны, да? Так, и вот сюда. Отлично. Важные данные взяли? Найс. Пошли отсюда сваливать. Эй, вы чё, офигели? Так, вот там вот чел бежит. Так, надо сваливать. По-моему, какая-то движуха происходит. Совершенно не та, которая нужна. Так, давайте-ка свалим отсюда немножко. Засейвимся. Чуть-чуть. И потом сделаем круг и вернемся назад. Так, ну пошли дальше. Вот следующий. Только здесь их что-то... Скажите все ради свободы. Готов. Ваши секреты всем известны. Хватит прятаться. Так, теперь нам надо убежать. Убегаем, давайте убегаем. Вот на мотоке поедем сейчас. Поехали отсюда. Готово. Дальше что? Я узнал немного об Академии Есинрыка. Рэй, думаю, дефолт тут ни при чем. Они просто взяли его символику после того, как он исчез. Ты же ничего об этом не знаешь? Ничегошеньки. Ага. Кажется, они только начали вербовать последователей. И пока собирают на них информацию. Потом ее обнародуют. Сделают их примером людей, свободных от секретов. Да, все люди как открытая книга. Только это дерьмо не работает с избранными. Лучше бы начали с Кремниевой долины. Надо сказать, маска дефолта очень идет этим говнюкам. Надо выяснить, где они собираются. Наверное, где-то у стадиона, к югу от моста. Здание с хранилищем. Джош? А я-то что? Ты уже нашел его, да? Да, вижу такое.
отправляю. Спасибо. Так, отлично. Задание мы выполнили. Ищем продолжение. Вот сюда нам нужно. Поехали. Так, проехать осталось где-то километр, но по улочкам придется петлять. Оу! Что ж такое-то? Не вписался! Не вписался в рынок, как говорят. Окей, едем дальше. Крошка, что ж тебя так занесло-то? Так, ладно, едем дальше. Блин, чё-то у меня сегодня управление не получается. Почесали. Так, 400 метров. Мост какой-то старинный. Ага, вот здание есть. Так, нам явно не сюда, но где-то здесь. Это что за здание какое-то промышленное? Так, тут война банд. Давайте выходим, посмотрим, что у нас здесь есть. Видимо, где-то здесь вход. И, видимо, куда-то сюда нам нужно пробраться. Ага, вон 38 метров. Отлично. Давайте поднимемся сюда. Теперь сюда. И вот здесь вот взламываем. Так, обнаружено вторжение. Я в Академии Есинрыка. Честно говоря, я ожидал большего. Посмотрим, получится ли их прикрыть. Прекрасные слова. Блин, как нам туда попасть-то? Давайте попробуем приблизиться и взломаем. Закачка вируса. Отлично. Так, все, отключаемся. Задание выполнено. Отлично. Как-то слишком все просто. Пока что. Давайте следующее задание. Нам бы, кстати, вот сюда как-нибудь попасть. Так, фолловер, ага, вот вижу. Давайте сюда. Так, я нашел кучу грязи, которую крысы накопали на своих последователей. Все удалил и узнал, где они хранят железо. Жаль, если что-то вдруг сломается. Очень жаль. Так, судя по всему, следующее задание у нас будет сломать зеление. Ух ты, смотрите-ка, мы открыли доступ к вот этому всему прекрасному. Ну и чё, где железо-то? Задание-то где? Давайте смотреть. Отслеживание. Показать на карте. Ага, вот сюда нам нужно будет попасть. Находимся мы вот здесь. Ну что, я думаю, что, наверное, проще, наверное, прыгнуть будет вот так вот. Хотя нет, здесь недалеко проехать. Ладно, давайте проедемся. Так, но тут знаете что? Тут рядышком где-то было пара мест, где можно бабос собрать. Так, полиция. А, мы здесь уже были. Мы здесь уже собирали все. Вот в тех контейнерах. Это да, это было. Где-то здесь мой байк стоит. Вот он. Давайте-ка мы его возьмем и поедем. Слушайте, а тут-то какие-то деньги еще есть.
Ну-ка давайте-ка посмотрим, что за деньги. Видимо, нам сюда надо наверх подняться. Чувак, дай пройти. Да, вот, пакетик с деньгами. Смартфон. Отлично. Давайте спускаемся. Да что ж такое, слезть хочу. Оп, есть. И еще там все-таки деньги есть. Давайте их тоже попробуем забрать. Вот сюда забираемся. Ну-ну-ну-ну-ну. Поехали. О, извини, мужик. Это была твоя машина? Вот сюда нам. Погоди. Нужно же копов вызвать, верно? Так. Ага. Здесь прям, смотрите, авторазборка закрыта. И бабосы. А давайте-ка знаете, что сделаем сейчас? А вот так вот сделаем. Так, и полицию вызовем. Патруль, СТВС обнаружил рядом с вами подозреваемого в торговле людьми. Задержите его. Прием. Я надеюсь, что нас не задержит полиция. Так, чувака забрали. Ух ты. Спрячемся. Так, есть, отлично. Ну что, полиция вышла, давайте искать. Ой-ой-ой. Сняли, отлично. Так, тут еще один. Ух ты, их тут много. Нет, их тут реально много. И нам нужно как-то сюда пробраться. Ага. Блин, это хрень какая-то. Ух ты. Нет, что-то тут их очень много. Давайте-ка, наверное, на камеру посмотрим, чтобы всех засечь. Потому что без камеры работать, конечно, тяжеловато. Вот тут вот еще камера. Так, есть. Вроде как все засекли. Их тут дофига. Реально. Я думал, там один человек, а там их не один. К сожалению. А очень и очень много. Так, ну чё, я не знаю, ещё по что ли полицию вызвать? Как... Эй, похоже, тут полный штука. Ох ты, боже ж мой. Всё тут перевернётся,
Так, у нас какая-то жопа. Полиция начала стрелять. Отлично. Так, ну давайте переживем немножко это. Ух ты. Что-то их расколбасило там неплохо так. Так, подъехал ли еще полицейские? Сейчас прибегут. У тебя нет шансов, сдавайся. Все, давайте, сдавайтесь. Так, тут еще, походу, полицейские подъезжают. Так, давайте-ка на камеру пересядем. Давайте, добивайте их, добивайте. Так, еще следующая полицейская тачка подъехала. О, тут уже спецназ походу подъехал. Так, ладно, короче, полицейские, по-моему, разрулили все. Давайте пойдем посмотрим, поищем то, ради чего сюда мы пришли, собственно. Где-то здесь же вот, вот он находится, сейчас мы его взломаем быстренько. Отлично. Взломали. Бежим сюда, открываем. Давайте-ка вот сюда. И есть контакт. И вот у нас чемоданчик. Деньги. Бинго. Вот здесь, кстати, можно было пробраться на нашем друге. Куча оружия всякого осталось и прочее. Печенюшек. Так, ну ладно, полицейских мы не будем машины угонять. Пусть работают. Ну а мы поедем дальше по нашим делам уже. Все, чао, бомбина, сори. Так, все, сваливаем. Оп. Так, 300 метров осталось проехать, это не так уж и много. Теперь сюда, и мы почти приехали. Стадион. Забавно. Стоп, 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 стоп. Я в хранилище Академии, и сейчас тут будет погром. Надеюсь, эти гребаные маски сгорят в аду. Сделаю, что смогу. Так, ну что, давайте попробуем на камеру вот на ту сесть. Собаки, люди. Угу. Так.
Так, а здесь ничего не поделаешь. В принципе, что мы можем сделать? Мы можем... Слушайте, у меня что-то с походу с мышкой. Сейчас мы его взорвем быстренько. Есть, отлично. Следующего тоже взорвем. И еще одного взорвем. Чисто, пошли дальше. Готово. Так, короче, на... Чёрт. Как нам нейтрализовать-то их? Так, давайте-ка мы закроем, наверное, его. Так, закрыли. Не могу понять, как нейтрализовать. Просто взорвать, что ли, как-то, или что? Так, давайте-ка попробуем, может быть, описание почитать. Там, кстати, дофига приехало этих козлов. Так, укрыться, укрыться. Что же нам делать-то? Как же нам их нейтрализовать? Так, что нам делать, я не понимаю. Вот реально, просто какая-то жесть пошла. Снайперский. Шокер. Давайте вот эту штуку возьмем. Дисконнект. Давайте возьмем дисконнект.
Так, спрячемся. Готов. Ух, ёп. Готово. Фак. Крысы уничтожены, но хотя бы их железо. Ты отрубил крысам хвосты, но популяция этих фанатиков растет. Скоро они найдут новых жертв. Мы будем к этому готовы. Так, отлично, с этим мы все закончились, хоть и погибли, но разрулили. В любом случае нужно было взорвать и все. Так, доступна новая операция Зодиак. Раскраска квадрокоптера, 3D-принтер, новая раскраска. Давайте посмотрим операции. Крипта дополнительная. Ну-ка. А, все, ну это уже новая операция. Ладно, этим будем заниматься тогда в следующие разы. Большое спасибо, что смотрели. Приходите, еще будет много всего интересного. Пока-пока.